Всем привет, с вами Феликс. И сегодня в этом ролике я вам покажу еще один очень интересный сайт для анализа продуктов для продажи на AliExpress. А также по ходу объяснений покажу способ, которым можно находить эти продукты. Итак, сайт вот этот. В нем есть платная и бесплатная версия. Ссылку для регистрации я оставлю под этим роликом. Можете зарегистрироваться, посмотреть в бесплатной версии, как он работает, а потом подписаться на платный тариф. Ну, естественно, там возможностей побольше. Я лично подписался. Но вы можете для начала и пользоваться, как уже сказал, бесплатным тарифом. Сейчас не буду объяснять все именно вкладочки, откуда что находить. Это надо будет вам самим тут посмотреть, покликать, познакомиться с функционалом. Ну, тут есть три вот основные такие вот таблетки. Один для анализа магазинов AliExpress, другой для анализа Shopify сайтов, другая таблетка для анализа продаж на Etsy. Итак, чтобы не заморачиваться, чтобы не делать очень долгий ролик, покажу вот вам на одном таком примере. Переходим, естественно, на поиск по AliExpress. Ну, вот через эту вкладочку смотрим ниши и так далее. В расширенных настройках можно выставить любые удобные вам поиски, параметры поиска. Вот, допустим, за один день рост продаж. Вот что именно начало расти за 22 вот ноября. Вот видите, 22 ноября. Вообще при продажах есть два, так сказать, метода, два способа продаж. Или вы входите в ту нишу, в те продукты, которые высококонкурентны, продаются очень много, и продавцов, естественно, много. Или в низкое, то есть где мало предложений. Или что-то среднее, да, вот так вот, чтобы было более понятно. Для этого ролика я выбрал, ну, среднее, вот то, что там на 16 месте. Здесь можно, здесь до 100 самых горячих продуктов можно найти. Итак, я выбрал именно то, что, ну, очень узкая специализация, это обувь. Вот эта обувь, вижу, что она растет хорошо. Вот графики роста. У этого сайта есть свое расширение также, которое нужно установить после регистрации. Одним словом, если понадобится, сделаю отдельный обзор именно этого сайта, но не думаю, что это так уж необходимо. Значит, вот это пара обуви. Переходим по этой ссылочке, вот она. Видим, что приличное количество продаж, 2800 штук, пар точнее. Вот это от этого расширения. Я настроил так, что при клике оно начало работать. Вот здесь можно посмотреть всякие данные, разные графики, как росла цена, с какого числа начали продавать. Вот здесь видим, что с 31 октября. Это свежий товар. Посмотреть магазин продавца и так далее. Тут очень много
инструментов для анализа, и он функционал тут очень-очень большой. Итак, видим, что тут вот продают по 17 евро. Цена стабильная, да? Вне зависимости от размера и цвета. Что мы делаем следующим шагом? Я уже говорил, CJ мой любимый сайт и поставщик. Но на нем очень плохой поиск. То есть, когда вы начнете по словам, по ключевикам делать поиск, вы, может, целый день не найдете вот этот продукт. Так что лучше здесь искать по картинке. После того, как скачали, картинку надо скачать на рабочий стол. Скачали, вот здесь через вот эту кнопочку делаете поиск по картинке. Вот в результате поиска вот нашли с помощью этой картинки вот эти товары, этот товар. Переходим на него, вот он. И видим, что вот эти ботиночки те же самые, то же самое, абсолютно. Даже тут более широкая цветовая гамма. Здесь вот 8 цветов, а здесь всего 6 цветов. Правда, здесь размеры чуть побольше есть. Но все же. Здесь цена. 13,93 во Францию за 14-25 дней. Можно даже выбрать более ускоренную доставку. Но это вполне укладывается в наши параметры. Цена 14 евро. Здесь цена 17 евро. То есть даже если накинуть вот на эту цену где-то 3 евро, ну, у нас грубо, я очень грубо прикидываю, получается где-то 20% надбавка. Около 20%. Что очень даже хорошо, чтобы встать вровень вот с этим продавцом по цене. То есть понятно, да? На этом сайте можно найти не один, не два, а достаточное количество конкурентоспособных как по продажам, так и по цене товаров. Просто надо искать. Следующий, уже исходя из этого, вот опять же говорю, что обувь — это не мой конек, и там, ну, для меня особо не разгонишься. Ну, смотрим там другие вот товары. Там я посмотрел ботиночки всякие, то все. Ну, мне приглянулись вот эти ботинки. Вот эти ботинки, они тоже такие стильные, на мой взгляд. Стоят около 15 евро. И эти же ботиночки, точно такой же товар, вот они. Это то же самое. Вот 34 ордера, да? 34 ордера по цене почти 20, ну, от 20 до 23 евро. Цвета тоже те же самые. То есть полностью аналогичный товар. И здесь по цене уже, опять же, грубо 15 евро тут, 20 евро тут, ну, около 30% надбавляя, делая надбавку около 30%, мы будем иметь точно такую же цену, как и вот этот продавец с AliExpress, у которого, ну так, на первый взгляд, возможностей больше, потому что он китаец, находится вот в Китае и так далее. Но в реальности мы вполне можем конкурировать и с китайцами.
Это такой вот небольшой пример поиска через вот этот сайт. Еще раз повторюсь, ссылочку на него оставлю в описании к ролику. Если надо отдельно снять по функционалу, могу и снять, но лучше вам зарегистрироваться и просто самим покликать по разным вкладочкам. Тут будет такое, то, что вам нельзя, будет предлагать подписаться на какой-нибудь план. Можете не подписываться, просто найти свой метод бесплатного поиска интересующих вас позиций. Подписка недорогая, там от 9 до 15 долларов в месяц. Так что регистрируйтесь, анализируйте, находите подходящий вам товар. А на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.